Село Солдатське Острозького району Воронезької області. По відео самі ж бачимо, як детонує. Це є склад боєприпасів, як мінімум. Сьогодні 7 вересня. Відразу хочу попросити наших глядачів поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися. Ну і, пане Романе, от є влучання безпілотників Воронезької області. Можливо, це ГУР. А сьогодні День воєнної розвідки України. Военная разведка всегда впереди, когда, правда, авиация не летает. Потому сегодня день этого рода войск, и мы их поздравляем, ребят, так как именно их усилия дают очень большой процент положительных результатов для выполнения задач восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Поэтому ребята на первой линии нападения, я бы так сказал, там не линии обороны, именно нападения, уничтожения, тихо зашли, отработали, тихо ушли. Это как раз про военную разведку, про ГУР, про силы спецопераций. То есть работа их, конечно, показательна, видна, и в принципе мы очень сильно от нее зависим, в том числе, потому что они на первых ролях при всех наступательных операциях. Сегодня день разведки, поздравляем. Ну и ребята, скорее всего, сами и поздравили, и нас в том числе, уничтожив очередную военную цель в глубине противника. А это как раз основная задача военной разведки. Разведка, да разведка, корректировка, уничтожение, подтверждение. Вот спектр их тактических задач. І вони з ними дуже добре справляються. Пане Романе, окрім цього, також в Підмосков'ї відбулася дуже непогана пожежа. Давайте подивимося, а далі прокоментуємо. Пожежні працюють. Це масштабна пожежа в Підмосков'ї у залізничному депо. Горить депо в Алабушеві під Зеленоградом. Депо для мене – це, пане Романе, залізниця. Залізниця – це логістика. Очевидно, що це теж законна ціль. Це законна ціль. І це якраз теж робота, скоріше всього, Головного управління розвідки. ГУР працює непосередньо з своїми группами, либо привлеченными, это тоже работа Главного управления разведки, найти цель, определить выходы, определить механизмы ее уничтожения, уничтожить, подтвердить. Вот мы видим сегодня такую яркую работу наших разведчиков. Я думаю, это еще только начало, еще целый день впереди, потому посмотрим. Завтра утром, наверное, будем еще проговаривать их действия на поле боя, а они работают в основном за ниткой, то есть в тылу противника, в глубоком тылу противника. Сейчас уже в паре со службой внешней разведки возглавил ее бывший зам начальника Главного управления разведки, потому в паре сейчас эти две службы неплохо себя показывают, и в военное время это как раз один из таких залогов успеха. Помощь всех спецслужб между собой. Уже у нас такое серьезное сообщество, разведсообщество, которое работает на горизонтальных связях. Служба безопасности, контрразведка. Там есть определенные подразделения, силы спецопераций. Разведка пограничников, она также включена в общую задачу. Служба внешней разведки, Главное управление разведки. То есть это весь такой серьезный процесс наше разведсообщество, которое уже инфильтровано в том числе и в разведсообщество демократических государств, то есть тех разведок, с которыми у нас есть прямое сотрудничество, а есть разведки, о которых мало вообще кто-то где-то слышал, то есть начиная от Кокуредана, Нордармада и заканчивая ЦРУ и Ми-6. Это весь спектр разведок, которые выполняют боевую задачу за ниткой, за линией фронта на территории противника. Пане Романе, звичайно ж, головна тема останньої доби – це Рамштайн. Відліт Володимира Зеленського проговорювали про зброю. Багато країн заявили або підтвердили, що передають там і ППО, і засоби, і інші для боротьби з Росією. Але давайте спочатку пройдемося
по оперативці і по фронту, що відбувається. Звичайно ж, в першу чергу, це є Покровський напрямок. Ми з вами вчора говорили і цитували слова головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, що за 6 днів, ну, на вчорашній день, не було жодного просування в росіян на Покровську. Згрубша так воно і є, але, очевидно, росіяни мають змогу лише рухатись на маленькій ділянці фронту. Ми говоримо про південь, і, власне, це є в районі Українське, і також Красногорівка. Тобто, все-таки є в них намагання зімкнути, можливо, цей котел, який ми з вами говорили про Невельське. Але загалом Інститут вивчення війни підтверджує інформацію, пане Романе, що Сили оборони України застосували на Покровському напрямку 4-5 резервних бригад. Наскільки це потужне посилення на цьому напрямку, на такій ділянці фронту? Генерал говорил о Покровске, о Покровском направлении. Там действительно остановлено продвижение россиян. Около недели они уже там практически никуда не двигаются. Наоборот, по некоторым позициям мы улучшаем свое положение. Там серые зоны обратно вернули под контроль. Как раз вот эти бригады, они действительно, потому что другим механизмом нельзя было остановить россиян. То есть задействование обязательно резервов по этому направлению. И помимо личного состава, естественно, нужны боеприпасы, техника. Вот то, что на Рамштайне сейчас решается, я думаю, первые пакеты, первые кейсы помощи уже проговорены на Рамштайне, они подойдут в ближайшую неделю, так как они выделены будут в основном с европейских складов. Вариантов просто других не было. Стала в строй нацполиция, стала в строй нацгвардия. Именно по этому направлению мы уже про Карадах целую неделю рассказываем. Они уже 2 недели там находятся, уже 3-я неделя пошла. То есть усилили это направление личным составом. Не хватает, конечно, техники. До сих пор не хватает техники и боеприпасов по этому направлению. Потому генерал прав, Покровское направление остановили, но не Кураховское. Россияне начали расширение в сторону Курахова. Здесь у них не так задача стоит, как по Невельскому, как выход на, именно на Курахово с севера. По гряде за линией водохранилищ Карловско-Кураховской гряды. Они идут за ней, западнее. И вот будет попытка выхода именно на Курахово для того, чтобы зайти нашему бывшему Мариинскому гарнизону, который сейчас в районе Георгиевки удерживает россиян. Там хорошее расположение высот и укрепрайон неплохой. Почему держится Невельская, почему держится Георгиевка, они их продавить не могут. Так, кстати, почему и Карловка держалась. Они не могли их продавить в лоб со стороны Донецка, потому что зашли в тыл. Вот сейчас пытаются сделать то же самое. А по Невельскому, двигаясь на Украинск, и дальше на юг будут пытаться продвигаться на Курахово. То есть это сейчас проблема именно Кураховского гарнизона. Скорее всего, в ближайшую, может, пару дней у нас есть еще время купировать это вклинение россиян в районе Украинска. Почему? Потому что связка Украинск-Селидово очень важна здесь для того, чтобы удержать левый фланг противника, удержать вот его от расширения. Потому там тактические успехи у них могут быть, главное, чтобы не было оперативных. И вот для того, чтобы не было оперативных успехов расширения этого фланга южного, туда переброшены дополнительные части. В ближайшее время мы их услышим. То есть, скорее всего, это, ну, оно всегда с задержкой, где-то в несколько дней. Думаю, до понедельника вопрос, то есть, купирования этого направления будет решен. До речі, Генштаб каже, пане Романе, на сьогоднішній день, що найважча ситуація, завжди в першу чергу називалася Покровський напрямок, тепер от те, що ви кажете, найгарячіше на 7 вересня – це саме Курахів, Курахівський напрямок. Ну і південніше – Вугледар, де ворог намагається Вугледар обійти з кількох сторін. Пане Романе, якщо говорити про Курський плацдарм, самі росіяни написали в ніч на 7 вересня наступне. Тобто по карті змін немає, але вони кажуть, що їхні передові вогневі позиції їм довелося залишити. І також станом на вчора вони намагалися зробити дві понтонні переправи, але безуспішно. Попавшая в оперативное окружение группировка, ну, она обречена практически на вымирание. Вопрос времени и вопрос по постановке задач и механизмах. Это направление на данный момент, ну, на наша курская операция на данный момент уже выполнила 3 задачи. 3, которые, в принципе, сами себя, получается, умножили. Первая задача была нанести превентивный удар
по группировке в районе Суджи россиян, которая собиралась для движения в сторону Сум. Эта задача была выполнена буквально в первые дни. Группировка была рассеяна, уничтожена, и там несколько сотен россиян были взяты в плен. Вторая задача – это попытаться взять в оперативное окружение в Теткинский, так называемый, мы про Теткина с вами полгода говорили, Теткинский, так называемый, выступ, и выполнена она еще даже с увеличением возможностей, то есть не только Теткина отрезана еще аж по Глушково, то есть россияне сейчас прижаты к реке Сейм, и, естественно, там несколько тысяч россиян находятся в этом оперативном окружении, и у них большая проблема сама река Сейм. Уйдут, допустим, ВДВшники, то есть там есть часть десантуры, они уйдут, почему? Потому что у них плавающая в основном техника, то есть, ну, ВДВ в основном, они на именно плавающей технике, много ББМ, именно которые могут выполнять эту задачу, эти уйдут, а вот остальным придется вплавь пересекать Сейм, это еще если успеют. Опять же, эта операция не на один, на два дня, это неделя, а то может и месяцы. Нет смысла, допустим, ложить наших солдат для того, чтобы выполнить эту задачу быстро. Оптимально их уничтожать дальними средствами поражения. Там работает авиация, там работают беспилотники, то есть ФПВшники наши, они просто разбирают на лоскуты это направление, вплоть до того, что россиянам приходится оставлять позиции, причем не в результате наших атак наземных, а именно в результате невозможности их удерживания под огнем нашей артиллерии в ФПВ-дроновой авиации. Они это потому и отходят. Сейчас россияне уже, а и третья задача, которая выполнена, это так называемая задача сковывания войск. Это уже можно сказать, на данный момент переходит эта операция от упреждающей в сковывающую. То есть основная задача будет стоять сковать большую часть резервов противника на этом направлении. Она уже тоже выполнена. Уже больше полусотни тысяч россиян расположено на Курщине. Они пытаются отстроить вторую линию обороны, ну, если так можно сказать, основную линию обороны вдоль реки Сейм, вдоль трассы Рыльск-Курск. И первую линию пытаются выйти в боевое соприкосновение с нашими частями, которые сейчас расползаются по этой высоте, которая за севернее Суджи. Ну, пока безуспешно. У них это еще не получается. Почему? Когда-то получится однозначно. Это надо четко понимать. То есть они нас однозначно остановят в движении. Но этим мы скуем достаточное количество сил, средств противника. Пока еще недостаточно они туда перебросили. Этих 50-60 тысяч не хватает для того, чтобы остановить наше движение. А мы однозначно будем двигаться, пока не заставим россиян перебросить и увеличить общее количество группировки на этом направлении до сотни тысяч. А им придется забирать с Восточного фронта, взять просто негде. Неоткуда. Значит, продолжаться давление будет. Просто оно может остановиться в любой момент, наше движение, вплоть до того, что нам будет принято решение отойти на лучшие рубежи. Можем отойти вообще за Суджу, допустим, южнее, подняться на эту возвышенность, которая со стороны Сум подходит с юга на север к Судже, и удерживать уже по Сейм, по Глушково. То есть этот весь карман от Теткина до Глушкова, это задача минимум. Это как раз обезопасит Сумы. Ну а если у россиян они и дальше будут сопли жевать с принятием решения о переброске войск с Восточного фронта, значит, будем двигаться на Курск, на Курчатов, на Льгов, на Рыльск. То есть вот здесь это танец танго вдвоем. То есть наше движение будет зависеть от принятия решения военно-политическим руководством России. Пане Романе, достатньо рідкісні кадри потрапили до нас, не так часто ми маємо змогу їх продемонструвати. Є робота нашої авіації. От дуже вас прошу прокоментувати, що це є. Загалом заявлено, що це є Су-24М, який супроводжується Су-27, і цей Су-24М на відео випробовує нову керовану авіабомбу, саме ті КАБи, які росіяни щодня скидають на Україну. Это они испытывают нервы своего начальника. Подошел на несколько метров к самолету и фотографируют. Это уже даже не сомкнутый боевой строй. Это предпосылка к летному происшествию.
Этого мне заговорил командир эскадрильи. Нельзя так летать, слишком близко. Потому, ну, для, так сказать, для фото, ну, конечно, можно простить с этой точки зрения. Слишком близко подошел, сомкнутый строй где-то 3 на 4 метра, примерно, примерно так. А реально летают в парах где-то 50 на 70. Ну, это 50 интервал, 70 дальность или наоборот. Выполнение боевой задачи, скорее всего, происходит сейчас. Мы получили, либо продолжаем получать некоторые новые виды КАБов, корректируемых авиационных авиабомб. У нас уже их несколько есть. GBU-39 основная, GBU-62. Джедамы – это обвесы для наших авиационных бомб, в основном для ФАБ-250. И хаммеры, французские хаммеры – это, в принципе, тоже планирующая авиационная бомба, большая часть которых как раз поднимается в воздух именно Су-24-ми, хотя часть поднимается и МиГ-29-ми, Су-27-ми, в принципе, даже Су-25-й подключен для выполнения этой задачи. Поэтому, скорее всего, заход новой авиационной планирующей авиабомбы, которую выполняют пристреливание, если можно так сказать, а может быть и пытаются увидеть именно штатную работу вновь на новых пилонах. То есть Су-24 у нас запустили их в производство в попытке подвесить новые пилоны. Снимают старые советские и вешают либо от торнадо, либо от другой натовской техники. Вот торнадовские пилоны хорошо себя держат в ракеты «Скалп» и «Сторм Шэдоу». Там такие переходники, так называемые. Потому, скорее всего, как раз и это такая работа, просто не показали сам сход. Ну, это правильно, это просто закрытая информация должна быть. То есть штатный сход боеприпаса, а он также потом будет рассматриваться, раскладываться, ну и, естественно, приниматься по нему определенное решение. Скорее всего, возьмут на вооружение эти пилоны, эти переходники, ну, естественно, эти КАБы, которые сейчас заходят с новыми партиями. Пане Роман, ну і добрались ми з вами до Рамштайну вчорашнього. Хотів би почати з заяви командувача, голови об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Чарльза Брауна, який сказав наступне, що Україні потрібна допомога у відновленні бойових сил і створенні нових на весну наступного року. Чарльз Браун, летчик F-16, он сейчас является председателем Объединенного комитета начальников штабов. Ну, если смотреть, допустим, экстраполировать на наше управление, это начгенштаба и главком, наверное, в одном лице. У него слишком много полномочий, и с прошлого года принято было решение именно летчика, именно его. А он как раз в это время был начальником штаба военно-воздушных сил. То есть летчик, который отлетал всю свою жизнь. Причем у него два высших образования. Одно техническое, второе военное, летное. Воевал в основном в Югославии. Прекрасно понимает парадигму в третьем тысячелетии, по крайней мере в этом веке. Парадигму именно авиационного давления. Югославия практически была в свое время стабилизирована с помощью как раз авиации. Вот Чарльз Браун участвовал в этом действии. Налет у него довольно-таки серьезный, под 3000 часов. Ну, это он всю жизнь летал. Я полжизни летал, у меня 1800, у него где-то 2900. И в основном на F-16. То есть летчик, который разбирается полностью в этом самолете, знает его положительные стороны. Он, кстати, в 2014 году, когда россияне вторглись в Украину, он тогда управлял некоторыми операциями в Европе, связанными с воздушным ядерным сдерживанием. То есть разбирается во всем спектре применения авиационных средств поражения, причем хорошо разбирается в Тихоокеанской проблеме. Он также участвовал в некоторых операциях в центральноазиатских вопросах. Потому такой довольно-таки серьезно подкованный профессиональный летчик, который сейчас управляет практически всем Пентагоном. То есть он управляет вооруженными силами Соединенных Штатов Америки. Там
чуть по-другому разнесено Министерство обороны и Пентагон, то есть и комитет начальников штабов. То есть человек, который полностью погружен в вопросы, связанные с военным боевым применением вооруженных сил и Соединенных Штатов, натовских, ну и наших в том числе, потому что, еще раз повторю, с 2014 года он непосредственно, так сказать, следит за этим моментом. И его видение развития ситуации, оно очень важно. Потому что в основном такие политические фигуры, вплоть до Остина того же, да, то есть, да, бывший генерал, но на данный момент он гражданский, он политик. Это приходящее, так сказать, видение. А, допустим, именно генералов, которые участвуют, выполняют боевые действия, это такое, это базовое, базисное, кондовое мнение. И у него он четко разложил. Будем помогать восстанавливать, будем помогать восстанавливать силы Украины, будем помогать накапливать и создавать новые силы к весне следующего года. Это он уже конкретно показывает те планы, которые выполняют, это не будут выполнять, а выполняют уже вооруженные силы Соединенных Штатов в помощи Украине. Плюс видение определенных задач он четко показал. Восстановление территории, территориальной целостности Украины до границ международно признанных международным сообществом. То есть видение этого человека без этих ерзаний, кликаний, приседаний, расшаркиваний. Вот оно четкое, понятное. Вот чем военные в этом смысле отличаются от политиков. Политики пока сопли прожуют, пока потом друг другу по морде лица их размажут, а потом еще проглотят. Слишком долго времени, и непонятно, что они хотели. В конце концов, в основном прикрывают свои какие-то темные барыжные делишки всякими этими соплями. А военные говорят прямо, конкретно, не отклоняясь на какие-то реверансы. Вот для меня, допустим, этот Рамштайн, он важен был именно вот этим видением, вот этим высказыванием, вот этой поддержкой американской, американских вооруженных сил, которые сейчас на данный момент представляет генерал Чарльз Браун. Пане Романе, ну давайте по факту, що нам пообіцяли на Рамштайні. Зразу хочу сказати, що те, що ви вчора проговорювали, що на Рамштайні дуже часто оголошують те, що раніше вже оголошували. Ми зараз говоримо про Німеччину, вона пообіцяла Україні 12 САУ «Панцер 2000», це дуже хороша артилерійська установка, а вона сказала, що 6 установок буде до кінця року і 6 в наступному році. І також, пане Романе, вони пообіцяли 77 танків «Леопард». Але вже, як роз'яснює і в тому числі Defense Express, що ці 77 леопардів просто на дану мить готові для передачі для України. А вони були обіцяні ще раніше, в цій попередній поставці великої партії леопардів. Політичне, я ж об этом і говорю. Тобто це політичне дійство, як таковое. Тим більше, воно в основному направлено на створення информационных посылов не более. То есть все решено до Рамштайна. На Рамштайне это будет просто озвучено, либо озвучено то, что было озвучено раньше, только завернуто в определенную политическую бумажку. Намного важнее нам то, что не попадает в информационный поток. То есть принятые решения по передаче некоторой техники в закрытом режиме. Почему? Потому что если противник об этом знает, предупрежден, значит вооружен. А значит он будет это все встречать. А лучше, конечно, нам передача определенных видов вооружений в закрытом режиме, чтобы противник определял, пытался определить, чем его убивают очень долгое время. И именно этим, ну не сам Рамштайн, конечно, принятие решения. На Рамштайне такие решения не принимают. Там, может быть, утрясают некоторые логистические проблемы, а их очень много. Все-таки идет перемещение военных грузов, они проходят определенные границы, даже в границах, допустим, того же Евросоюза или сообщества НАТОвского. Но, тем не менее, это границы. Очень много таких моментов, которые связаны с переброской военных грузов, которые надо решать. И вот чем быстрее они решаются, тем быстрее мы получаем вооружение. А как раз некоторое вооружение мы получаем не вовремя, потому что эти бюрократические препоны внутри Евросоюза, внутри натовских структур военных в том числе, они до сих пор
есть, и нам надо, так сказать, эту бюрократию пытаться протолкнуть. Там каждой бумажке надо ноги приделывать. Это довольно-таки серьезная большая работа специалистов в военной сфере должна быть, военных атташе, которых не слышно, не видно. Это Министерство иностранных дел, которые почему-то возглавляют больше канцелярские, чем реальные люди, которые разбираются в военных делах. То есть есть эти проблемы, они, кстати, от нас тоже зависят в этом смысле, от кадровой работы. Вот сейчас можно повторить, не боясь, так сказать, такие посылы, что кадры решают все. Так и есть. На войне кадры решают все. И война, в войне участвует все государство, а сейчас еще и наши партнеры, в том числе, так как они нам помогают. Потому от кадров зависит очень много, и очень важно, чтобы эти кадры были профессиональны или хотя бы с базовой профессиональной подготовкой. Пане Романе, також Іспанія в терміновому порядку передає Україні 6 установок пускових Hawk. Ми колись, я пригадую, з вами говорили, коли вперше з'явилася інформація про їх передання, і ми, ви тоді казали, що це не є зовсім нова установка, але вона достатньо дієва на фронті. Ну, любая установка, вообще любой зенитно-ракетний комплекс, он в основном определяется теми ракетами, которыми он пользуется. Почему? Потому что можно менять локаторы, можно менять систему управления. Тейл-ракеты можно менять, но вот их, когда произведут, допустим, достаточное количество, дальше их надо будет использовать. Вот ракет для системы Hawk, а ей уже больше 50 лет, она примерно моего возраста. Ее сменил Patriot в свое время, которому тоже уже десятки лет с прошлого тысячелетия. Но сама по себе установка, которой произведено десятки тысяч ракет. Причем установок произведено около до 2000 самих установок пусковых. То есть по большому счету они некоторые ни разу вообще не использовались. Вот они полсотни лет где-то простояли, даже на боевом дежурстве они не использовались. Они там некоторые еще вопрос в смазке находятся. То есть их еще расконсервировать надо, чем, кстати, и занимается Испания. Вот в Испании много этих установок, испанцы нам уже их много передали. И сейчас, скорее всего, все установки свои, которые у них были, они нам передадут, они разворачивают другую систему, в основном основанную на авиационной компоненте, плюс те новые, новейшие зенитно-ракетные комплексы, которые развернуты у них на побережье. То есть, по большому счету, Испания нам очень сильно помогает. Вот есть несколько стран, которых не так видно в информационном потоке, но они очень сильно помогают. Одна из них — Испания. За Румынию мы с вами говорим. Да. Они не афишируют эти свою помощь, но помогают, поверьте, ну, выворачиваются практически, отдают все. Тем более Испания довольно-таки, особенно королевская семья испанская, она до сих пор довольно-таки финансово спроможная, как скажут у нас на Украине. То есть они помогают в том числе. Потому вот эти установки, они уже у нас работают, показали себя очень хорошо. Это ракеты малой дальности, малой и средней дальности, где-то 40-50 километров, устойчивых там 60% уничтожения. Грубо 2-3 ракеты, на установке 3 ракеты уничтожают цель. Вот одна установка, 3 ракеты ушло, цель поражена, это практически на 100%. Еще раз повторюсь, их произведено десятки тысяч ракет, их не надо сильно искать. То есть тем более они выходят уже сроки эксплуатации, их должны уже утилизовать, а мы можем их утилизацию провести по российским целям. Вот эта передача Хоуков — неплохой механизм прикрытия, а это объектовая. Вот это как раз, она буксируемая установка, но это считается объектовая система противовоздушной обороны. Она могла бы прикрыть наши объекты критической энергоструктуры, начиная от станции, от гидростанции, допустим, заканчивая даже простыми трансформаторами, ну, простыми, непростыми, линиями электропередач. То есть механизм увеличение систем ПВО за счет Хоуков для нас был бы в одном из приоритетов, раз Патриоты очень долго и тяжело проталкиваются, то Хоуки могли бы перекрыть большую часть наших проблем по некоторым направлениям. Еще раз повторюсь, ничего страшного, что там 0,5-0,6 коэффициент поражения. 3 ракеты — это уже, считайте, 100% уничтожения.
Пане Романе, і, до речі, США розробляють разом з Україною заміну С-300. Власне, про це заявив міністр Ллойд Остін вчора на Рамштайні. І суть в тому, що сказано наступне, що в нас десь з початку повномасштабного вторгнення є 25-30 дивізіонів С-300, але проблема – це ракети до них, що вони вже не виготовляються. І начебто вже почали розробляти якусь ракету для них, спільне Україна-США, а також заміну ракети Р-27. Я так розумію, це є клас повітря-повітря, і те, що вони в цьому напрямку працюють. Ну, это два разных, вернее, задача-то как раз одна, а два разных носителя. Да, действительно, у нас много зенитно-ракетных комплексов С-300, причем не только у нас. Сейчас С-300, Соединенные Штаты, спасибо им за это большое, Пентагон подключился, европейские некоторые наши друзья собирают все эти С-300 со всего мира. Их действительно в свое время было... Ну, очень много, то есть больше, чем Хоуков. Они параллельно, кстати, Хоуки и С-300 примерно в одно и то же время были произведены. С-300 тоже очень много в мире пусковых установок, система обнаружения. Это тоже очень, вообще-то С-300 очень хорошая система. На ее базе россияне С-400 построили хорошо покрашенную С-300. Да и С-500, это половина С-400, по большому счету. То есть они взяли именно это направление, как объектовая система, довольно-таки неплохая, хорошо себя показала. Вопрос в ракетах. Вот здесь правильно, в ракетах ракеты используются, это расходный материал. И именно ракеток С-300 сейчас у нас не хватает. У нас некоторые установки стоят просто пустые. Пустые пусковые установки. И, в принципе, локатор с системами управления без ракет – это просто груда металла. Этот подход уже был реализован в прошлом году. Это не сейчас решение вопроса. Уже был реализован. У нас некоторые системы управления и локаторы использовались вообще в паре с пусковыми установками от Patriot и неплохо себя показали. Отработали систему управления, вернее, наведение и целеуказание для ракет Patriot PAC-2 с С-300, почему мы как-то говорили, гибридные зенитно-ракетные комплексы, не Франкенцем или Франкенштейн, а именно гибридные ЗРК, так вот это как раз на базе С-300. И сейчас разрабатывается ракета, а скорее всего будет взята одна из ракет, будет выбрана какая из них. Оптимальный вариант, конечно, ракета М-120. То есть вот если ракету М-120 совместить с системой управления и обнаружения комплекса С-300, получим очень хорошую систему уровня НАСАМСа, только с большей дальностью. НАСАМС, та же ракета М-120 в спусковой установке. И очень дорогая просто, система дорогая. А у нас уже очень много пусковых установок, систем управления, потому только ракеты. И ракета АМ-120 очень много. Уже произведено тоже тысячи, десятки тысяч ракет есть. Она производится несколько десятков лет, эта ракета. И потому один из вариантов. Ну а ракета Р-27 это ракета старая советская ракета воздушного базирования. Базовая дальность у нее 110 километров. Для наших истребителей МиГ-29, Су-27 в основном. И эту ракету, ее тоже не хватает на данный момент, потому что ею можно работать. Особенно модернизованными с новой авионикой польскими МиГ-29. То есть там большие дальности по локаторам стоят, и они, в принципе, могут работать с ракетой Р-27, потому надо саму ракету найти, либо ей замену. Или о модернизацию самой ракеты. Я думаю, как раз вот именно об этом и говорят наши американские друзья, понимая, что какие проблемы у нас с расходниками. А ракета, еще раз повторюсь, это расходный материал, это как снаряд. Выпустил, забыл. Она выполняет свою задачу и, естественно, уничтожается. А у россиян в последнее время мы уже видим. То есть у них количество... крылатых ракет увеличилось, баллистических ракет увеличилось, авиационная компонента увеличивается. То есть нам надо как раз... И самое для нас довольно-таки проблемное – это увеличение количества беспилотников, шахедов тех же. На каждый шахед надо либо мобильная группа, либо ракета. А ракета, опять же, повторюсь, расходник, она должна быть не дороже самого шахеда. То есть, по большому счету, шахед, если стоит там $30,000-50,000, так ракета должна стоить примерно столько же или еще дешевле. А это довольно-таки массовое производство, которое вообще лучше запускать у нас. Мы же тоже ракетная страна. У нас имеется в виду на наших базах для того, чтобы
этот расходный материал был намного дешевле, как испанцы начали производство ПАК-3 для Патриот. Они развернули у себя Патриоты и начали производство именно этих ракет ПАК-3, понимая, что они должны быть намного дешевле, а дешевле это только когда сам производишь. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нагадаю, що сьогодні 7 вересня, субота. Обов'язково коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.